Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Продолжаем проходить с вами Call of Juarez. Посмотрел по поводу... Так, револьвер не нужен. Посмотрел по поводу... Короче, думал, это баг, не баг. В итоге это не баг. Нужно найти какую-то запасную дверь и выбить ее, постараться. Поэтому давайте сейчас с вами это и сделаем. То есть мне сейчас нужно найти просто дверь, которую можно выбить. Правильно? Но я же во все двери потыкался, по-моему. Ну? Чё, так она не открывается? Пинуть! А, наши. Наши ждали, да? Круто, круто, супер-мега круто. Наши ждали и могли, в принципе, сюда зайти. Ладно, немножко... Так, ладно, после сингулярити... Короче, записываю игру после сингулярити. Поэтому... Опа! Так... Я с ними разберусь, парни. Найдите мальчишку. Хорошо. Деваха в шоке. Ну ничего, мальчишку сейчас найдем. О, господи, ну вот все к этому индейцу прикопались. Ну, честное слово. Так, здесь, короче, все берется на F. Это забывать нельзя. Абсолютно никоим образом. Так, он наверх побежал, да? Так, ну ладно. Чё, куды? Ну, в комнату этой, скорее всего, по-любому. Тут больше ничего не придумывали. А, и чё, куды побежал? Ну, пали? А, чё пали? Я ж за него. Отсюда тоже я попутал, блин. Не надо в него палить. Я-то хочу били свечку задефать на самом-то деле. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну ладно, спринта тут нет. В говно наступил, ничего, работаем. Погнали. Он поджег? Он это поджег? Рили? Опа, ребята. Ничего не делали. Ничего не делали, Гандила. Тихо, тихо. Так, так. Хорошо. Разобрались. Ну, 65 хп, нормально, сохранил. Это F5, я думаю. Это я точно думаю F5, чтобы сразу же, как говорится, на этом моменте зафиксироваться. Так, скорострел там будет, нет? Скорострел в левую руку. Давай возьмем скорострел. Ну, троечку пока все равно возьмем. Будем на троечке играть все-таки. У нее прицел, у нее просто точность очень хорошая. У этой винтовки. Причем действительно очень хорошая. Он причем не... Ну хотя у него броня, он же бегать не может. Только почему Билли бегать не может? Это вопрос. Нихера не видно, блядь. Сейчас опять из-за этой зеленухи, короче... изображение по пизде пойдет. Очень надеюсь, конечно, что не пойдет. Ну ладно. Че, прям так далеко бежать? И куда бежать? Опа. Налево. По звуку ориентируемся, получается. Ориентируемся по звуку. И че? О. Откровение пошло, между прочим, от Билли. А где ты? Я тебя не вижу. Где ты? Ага. О, вот это текст. Блядь! Кто? Кто? Какая гнида? Вот тебе раз. Кто меня сзади припиздил? Кто-то сзади меня бежит? Блядь! Ах ты сучка козлинская, блядь. Какая-то хуйта еще за мной бежит, ты смотри, блядь. Слышь, пошел ты нахуй. Еще бежит, смотри. Ладно, хоть я их слышу. А я на эти звуки вообще внимания... Я на эти звуки вообще внимания не обращал. Взял сзади, припиздил меня. Не вижу, а его нет, скорее всего, там просто звуки, да и все. Делов-то куча. И чё, блядь? И чё? Всё? Бежит, смотри, бежит, блядь. А. Всё? О! Вышел. Ой-ой-ой! Ху, блядь. Ладно. Так, на лошадь. Поскакали. 22 хп. Пиздец, это сохранялка по-любому. Ладно, засейвим свои 22 хп хотя бы. Это не один. Это 22 целых хп. Если что, отстреляемся, нормально.
Отстреливаться придется очень жестко, скорее всего. Ну что ты? Одну лошадь у него спиздил, да? Одну лошадь спиздил, одну мне оставил. Какой учтивый, Билли. Ну да, конечно. Мы же никого не убиваем, почем зря. А все-то нас прессуют. Я понял. Окей. Ну ладно, я сейчас рендерю в очень хорошем кодеке с большим битрейтом, поэтому я думаю, что минимально будет сыпаться. Минимально, я думаю, что очень вообще минимально. Так, на контрол. Давай-ка на контр, на контроле поскачем-ка побыстрее, блядь. Догоним его. А то таймер-то идет. Тихо. Поскакали. Бляха-муха! Лошадка! Лошадка, нет, нет! Fuck you, fuck. Вы убили невинное животное. Ну, конечно, конечно. Да-да-да, давай. Давай заново, погнали. Сейчас сразу будем спринтовать. Ну, кстати, он хорошо поворачивает. Если я W отпускаю, он, в принципе, так плавненько достаточно поворачивает. Тихо. Надо придрочиться чуть-чуть к этому управлению. Тихо. Не, ну он по скриптам очень далеко в любом случае. То есть, что я его догоняю, что я его не догоняю. Мне кажется, это вообще, ну, типа, без разницы. Только таймер, типа, идет и все. То есть, я главное... Мне, в принципе, главное за таймером успеть. А так, по скриптам он в любом случае заспавнится. Ну, там, где надо, я имею в виду. Так... Тихо, аккуратненько! Опять свалился, да что ж ты будешь делать? Ладно, дубль 3. Все. Давай я не буду скакать галопом. Не, давай здесь проскочу, потому что, ну, время просто, чтобы зря не терять. Здесь я проскочу, в принципе. А там уже... А что, кстати, в игре темнеет? Просто как-то тускленько стало, не замечаете в игре? Как будто темнеет. То есть вот раз, типа, светлеет, темнеет. Очень странно. Или просто как-то игра не справляется с такой скоростью и, типа, темнит, темнит, осветляет. Ну, типа, погода же там меняется здесь, ну, освещение. Она просто не успевает адаптироваться. То есть, грубо говоря, должен плавнее как-то бежать, чтобы эти переходы были менее явными такими. Тихо. Все. А вот здесь нормально идем. Я накажу мир за зло. Блять, кто? Нечестивых за беззаконие. Ну кто? Я не вижу. Ах ты, блять. Я тебя понял. Время встретиться с создателем. Урод. Что они делают? Что они делают? Это камень. Дурачок совсем. Проверьте, что происходит на ранчо. А, то есть мне вообще не сюда надо идти. Опять я это активировал. Заебись. Просто так активировал зря. Не, я все равно возьму это. У меня одно хп осталось. И что делать? Ну, и нажимать F5. Очевидно. Очевидно, невероятно. Нажимать F5 по-любому. Ладно, погнали. Так, ну это вроде нормальные ребята. Наши, да? Круголя, что ли, дали? Или что? В натуре просто круголя дали. А он туда ускакал, то есть мы его потеряли просто так, чтобы проверить, что на ранчо происходит. Где мальчишка? Что происходит? Река забрала его. Что все это значит? Обыскать берега. У нас неприятности. Какие? Что произошло? Девчулю убили, что ли? Молли убили? Да ну. Бодрый. Мы думали, вы погибли. Колдыри завалили что что-то. Происходит? Что теперь скрывать? Колдыри убили. Рейнджеры, святой отец. Но мы тоже ищем мальчишку, как... Так почему вы солгали мне? Нам так было выгодно. Но теперь вы нам больше не нужны. Это превью. Рейнджеры оказались переодетыми бандитами, которые использовали вас, а теперь хотят убить. Победите Маклайдов. Дуэль с двумя? Чё прикалываетесь? Ждите сигнала к началу, затем мышь вытащите оружие. Так это я знаю. Это я в курсе. Только двоих-то как шмальнуть? Ку-ку, привет. Одно хп.
А, ну изи. Они такие. Отсталенькие. А Молли-то что с Молли? Они увезли мою дочь. О, господи. Они говорили, что вы угонщик скота. О, фак. Я хозяин этого ранчо. Это мой дом. То есть я помог. Не дайте им надругаться над ней. Я помог. Они направляются к реке. Вам нужна лошадь, чтобы догнать их. Не дайте им уйти. Охренеть. Что я натворил? Ну а я знал, что ли? Я не знал. Я ведь не знал. Fuck you, fuck, а. Охренеть. Ну я это беру в любом случае. Нет, ну надо похилиться, конечно. Надо соткой это все делать. Так, давай-ка перезарядимся. Так, ага, вражина. Не, ну лошадь-то мы берем. Ну лошадь берем и по коням. Так, F5. По-любому F5. Лучше здесь просто рестартнуться, чем там. Заново все это лутать, хп и так далее и тому подобное. Так, ну вот теперь поскакали вот сюда. Блять, Молли... Ну, то есть это угонщики в итоге скота. Понятно. Сейчас бы свалиться. Ага. Непонятно просто, куда ехать. Просто непонятно. Давай, 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 давай. Турбобуст. Турбобуст, лошадочка. Вали, 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 вали. Блять, сейчас такой пизды отхвачу. Отхватил. Отхватил, проверяй. Отхватил, проверяй. Че, может, Z-очку нажать, а? Вопрос такой вот на засыпку. Нажать Z-ку. Тихо. Че, давай, может, Z-ку нажмем. Просто так вот. Типа раз, два. И потом Z-ку нажмем. То есть так вот, раз, два. Тихо. Блять. Не нажимает Z-ку. Блять, не нажимает Z-ку на лошади. Я понял. Z-ку мы не нажимаем. Блять, как неудобно все, а. Как криво. Вот такая вот прикольную такую игру могли сделать. Не такую кривую в итоге сделали. Но это 2006 год. А, или четвертый. Да не, какой четвертый? Это же шестой год игра, по-моему. Для шестого года это очень слабо по механикам. Это криво, криво, очень криво по механикам. Бля, ну действительно криво. Эту лошадь возьму, потому что, скорее всего, тупо откоцали. Эту возьму. На лошади мега неудобно их убивать. Я вот что скажу. О, господи, что я натворил? Фак. Я убил Билли во имя твое. Господи, неужели здесь я ошибся? Вдруг он говорит правду? Опа. Вдруг он тоже невиновен? Задумался. Это, кстати, супер круто. Он задумался, реально. Я спасу тебя, дитя. Я искуплю свою вину, господи, любой ценой. Клянусь. Так, кто пришел? Прикольно, короче. Сейчас послушаю и скажу. Одна свеча и три могилы. Золото ацтеков только для храбрых. Этот медальон для тебя, сынок. Носи его, не снимая. Храни его около своего сердца. Свеча на этом медальоне осветит твой путь и защитит тебя от дьявола. Так. А чё, кстати, золото ацтеков? Мы найдем его, нет? Или так, чисто затравочка на начало игры? Мама! А, ой-ой-ой-ой. Успокойся. Приснилось. Отдыхай. Погоди-ка. А это тоже превью, может быть? Река унесла тебя. Река? Почти забрала. Преподобный Рей? Ты никому сейчас не поможешь. Это индейцы? Отдыхай. Истинма. Спи. Ужас какой. Индейцы. Ну, добрые хотя бы индейцы. Ладно уж. Ладно уж, добрые. Мой медальон. Я потерял его. А мама, это плохо. Прости меня. А это плохо. Так вот, короче, звонят домофон. Думаю, кого не это принесла судьба, как говорится. Звоню, говорит, доставка. Я говорю, какая доставка? Фудзияме. Я говорю, вы чё? Ничего не заказывал? Они такие, типа, такая-то квартира. Я говорю, мол,
Нет, это не эта квартира. Он говорит, так я на домофоне набрал, позвонил. Я говорю, это вообще не та квартира. Он говорит, это типа подъезд какой, я говорю. Типа... А вот такой вот подъезд. Типа, он говорит, а, странно. Пиздец. И, ну, что-то попутал, видимо. Я думаю, какая нахер доставка? Меня кто-то троллит, что ли, или что? Ну, ладно, видимо, просто чел, курьер, видимо, просто ошибся по доставке. Всегда просто так это... Вот никого вообще не жду никогда. И вот когда звонят в домофон, всегда так, типа, сердце ёкает, типа, ёб твою мать, кого нахуй принесло? Кто звонит вообще? Кто звонит, блин? Никого не надо мне. Так, ну и чё? Пиздос, индейцы. Подожди, вообще ничего нет? Ни патронов, ни хлыста. Ни лука имбового. То есть я мог тратить все, да? Ну ладно, что расскажешь, индеец? А превью получше будет? Будет, смотри, свой будет, дух будет. Ушел в ночь. Спокойная вода сторожит тебя. Да, слушай, я знаю, ты спас мне жизнь, и я... Но если ты забрал мой медальон, отдай его мне. Хорошее превью. Пожалуйста. Я ничего у тебя не брал. Ну, блин, в реке. Я забрала его в обмен на твою жизнь. Скорее всего. А это, кстати, в этом даже логика есть. Поэтому я не могу остаться здесь. Хивакпа, река принесла тебя ко мне не просто так. Еще не время тебе уходить. О чем ты говоришь? Угу. Три кролика. Че? Спокойная вода хочет трех кроликов. Кроликов? За спасение моей жизни? Ладно, три кролика. Где мои револьверы? Ты должен взять Итазия лук и стрелы. А вот это хорошо. Выкажешь добычи свое уважение. Угу. Жертвоприношение, да, у нас будет, короче, кроликов. Да где эта спокойная вода, про которую ты... Ну, вода, река, наверное. Че тупишь-то тоже? Михека. А, это я. Это ты спокойная вода? Ладно, не очевидно. И чё? Тебе три кролика? А, тебе пожрать просто принести, что ли? Так-так и бы и сказал, принеси пожрать. Убейте из лука трех кроликов для спокойной воды. Так бы сразу и сказал. Лук только дай мне. Чел. А, ваше снаряжение добавлен лук. Хорошо. Так, окей, тут союзник показан. Это найс. А чё мне этот журнал? Я чё, кроликов? Тут далеко так? Тут еще волки, скорее всего, высрутся, нет? Ой, учите меня стрелами пользоваться. Вы что, прикалываетесь? Мне в самом начале игры стрелы, лук и стрелы дали. Давайте не рофлите таким образом. Тоже мне. Умею я пользоваться луком и стрелами. Деловые такие. Только кроликов бы мне где-нибудь найти. Они очень быстро. Кролики обычно водятся на полях, поросших кустарником. Эти поляны помечены на компасе красными точками. Неподалеку есть несколько таких. Ну вот поляна какая-то, да? И чё? Так. Это камень, да? Это не кролик. Окей. Опа! Погоди. А где? Опа! Давай. Блять, почти. Куда выбежишь? Он там, нет? Или он задиспавнился? Хорошо! Смотри, хорошо. Взял. Кролика-то взял, нет? А, подстрелите еще двух кроликов. Ок. Где? Ой, бегает. Сачкует, смотри, сачкует, сачкует. Сейчас выбежит отсюда. Давай. Опа! Давай, 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 давай. Ой-ой-ой, хедшот! В ухо попал. В два уха попал. Хуя я жесткий. Понимаю. Вот паразит заставил меня с этим чертовым луком возиться. Ты на лук-то не мороси. Лук имба не контрится. Какой неблагодарный. Ты смотри, а. Просто на него посмотри. Супер неблагодарный. А сейчас я приду, короче. Я сейчас приду, а его там не будет. Он меня кинет. Меня возьмет и кинет. Большая такая, смотри какая это. Большая карта. Прям бегаю и бегаю. В общем, такая псевдооткрытая даже почти. Через воду вон еще. Первый контакт с водой, кстати. А вода, кстати, симпатично нарисована, слушай. Прикольные шейдеры на воде.
На воде шейдеры прикольные. Блин, куда мне идти-то, близко, далеко? Ладно, погнали. Не знаю даже, как серию назвать. Столько всего в серии произошло. Не знаю даже, как его назвать. Что-то я очень далеко ушел. А, нет, кстати, вон костер. Ни хрена там он, как будто ТЭЦ. Тупо ТЭЦ топит. Ну так, испарение воды. Ну как далеко, а? А поближе нельзя было эти полянки расставить? Нифига карту сделали тупо, чтобы на кроликов поохотиться, понимаю. Это разрабы дают, конечно. И чё? Идти-то куда? Ку-ку. Ну ладно, я на эту точку тогда пойду. Чё уж делать-то? Они, видишь, как они особо даже не смещаются. Ну, они так совсем потихоньку смещаются. Поэтому... Они очень далеко, блядь. Они все далеко. Так. Ну вот, вышел на поляну, да? И чё? Не, ну прикол, что ли? Я сейчас до горы до этой притопаю. Охуеть. О, нифига себе. Вот это гора круглая. Это бункер какой-то, я тебе говорю. Это какой-то бункер, блядь. Или корабль инопланетный. Вот лучше, да, реально, вот в эту полянку. Тут хотя бы полянка адекватно близко. А то туда, слушай, я даже не притопаю. Вот. Это уже интересно. Так, сачкуют. Давайте-ка бахнем. Куда выбежишь? Блять. Их тут много. Ничего, одного всего кролика поймать. Куда убежишь? Давай. Опа, погоди. Чпоньк. Хорошо. Все, давай сюда. Окей, охренеть идти. Ну ладно, отнесите кроликов к спокойной воде! На С, Юра, тормозить. Густой дым костра поможет вам найти путь домой. Да, у меня как бы и компас есть, поэтому, господи, тоже играете мне тут в выживание. У меня тут компас и задание стоит. Ну, типа NPC-шка стоит. Чё мне тут дым костра? Я и без дыма бы добрался, в принципе. Насрать. Максимально. ХПшек столько потерял. А если б я сдох? Да, давайте-ка засейвимся, а то сейчас у меня 18 хп еще. Сейчас меня какая-нибудь херня коцнет, и мне обратно за кроликами придется идти. А я не хочу. Не хочу. Не, я лучше подниматься не буду. Я лучше вон тут спущусь. Нормально, адекватно, и все. И нормис. Все. Вот, кстати, странно, у меня так OBS запускается, иногда, типа, очень сильно нагружается рендеринг, типа, среднее время рендеринга иногда, типа, там, 2-3, а сейчас, типа, 1 миллисекунда и пропуска кадров вообще 0. А как это вообще, на что это, как это зависит и как это влияет? Она иногда нормально запускается, иногда кривенько. Чё мне, кстати, чё как-то висит, блядь? Дебильно. Не нравится. А сейчас вообще все шикарно пишется, я тем более еще битрейт поднял до 25 тысяч. 24 тысячи я поставил. На всякий случай, чтобы еще меньше мыла было. Потому что на 20 тысячах все равно чуть-чуть подмыливает. Я вот выпустил Call of Juarez, который в охуенном кодеке я отрендерил. Все равно чуть-чуть совсем мылит. Вот. Сейчас, я думаю, еще меньше мыла будет. Посмотрим, посмотрим. Но все равно намного качественнее, чем было. Я, кстати, разобрался, я немножко попутал тогда. Я не одним и тем же кодеком рендерил. Он сейчас, кстати, стрелу собрал все-таки. Тогда у меня был кодек Full HD. Хотя я разрешение выставлял 2К. И битрейт я все выставлял на 2К. Но кодек был для Full HD. И все равно в маленьком битрейте он рендерил. А тут для Ultra HD кодек. Жалко, нет кодека для 2К. Ну, типа тут либо ультра, ну то есть, видимо, 4К. И Full HD. Будет идеально, если я найду кодек на 2К. Тогда и... Ой-ой-ой. Ты чё, еблан, за костром не следил? Или чё? Понять не могу. Тогда охеренно и по... И не будет видос весить 20 гигабайт. И качество будет шикарное. В соответствии с битрейтом, скажем так. Затушите пламя, пока палатка не загорелась. А чё?
Я ведро взял. Ведро взял. А у меня не шифта. Шифта нет. Давай так, золото. Так, воду взял, окей. А ты-то помогать мне будешь, дурачок, блядь? Будешь стоять? Ебло косоголовое, блядь. Взял, загорелся я. Ты смотри. Ему похер. А, нет. Что, тушит или не тушит? Он не тушит ни хрена. Тушить будешь, дурачембус. Ему вообще насрать. Не помогает мне. Стоит АФК просто. Сам бы уже давным-давно затушил, дурачок. Очень хорошо. Лакпа помогает тем, кто помогает себе сам. Угу. Подойди ближе, уже превью. Местечко. Спокойная вода будет слушать твой рассказ. Мало превью не бывает. Тоже прям хорошее. Вот, это прям индеец такое, бля. Вот его прям на... Он будет на превью, короче. Он будет на превью. Стопудово. Ну чё, слушаем рассказ. Ты знаешь, я должен убираться к чёрту из Техаса. Бежать? Почему не взглянуть в лицо своим обвинителям? Ага, чтобы они меня убили? Драться с ними? С преподобным Рэем? Ты должен взглянуть своему страху в лицо, или он победит тебя. Да. Если ты не станешь бороться с потоком... Но индейцам-то в итоге это не помогло, насколько мы знаем. Что ты вообще несешь? Хуарес. Что? Ты должен выяснить, кто убил твоих родителей. Хуарес? Как это сделать, скажи на милость. Река помогает тем... Ну, за Хуареса ведь, правильно? Игра-то называется. А кто такой Хуарес? Зов Хуареса, блин. У меня нет шансов. Меня убьют. Не каждый может принести перо из орлиного гнезда. Не хочешь попробовать? Ой, сейчас наставлять меня будешь, да? Серьезно? Я? Че, мне перо доставлять еще для тебя? Орлиное перо? Спокойная вода, блин. Гнездо орла на вершине Орлиной горы. Где? Посреди озера. В пизде. Глубоко в лесу. Есть скала. Угу. Джонсон. На ее вершине гнездо священного орла. Взберись на вершину и возьми перо. Докажи реке, что ты не боишься. Че ты должен доказывать? Ты хочешь орлиное перо, я его тебе принесу. Но доказывать я никому ничего не должен. Ага, то есть... Оставь лук и отправляйся в путь безоружным. Возьми с собой только храбрость. Я понял. Клоунич. Так у меня 15 хп. А можно мне найти орлиную гору, поднимись на нее и возьмите перо из орлиного лука, ставьте здесь, чтобы не причинить вреда священной птице. А можно мне там, не знаю, похилиться, я хз. Похиляться можно, нет? Ничего. Хилок даже нет. Фласок нет. Я мог на коне да? Мог. Я мог на коне. Окей, окей, окей. Ладно, поскакали на коне. Ну, так по факту быстрее, ладно. Что-то вообще из внимания коня убрал. Даже не заметил его, когда за зайцами за этим побежал. Ну ладно, сейчас же... А, так ни хрена мне идти-то было. Конечно. Поехали так. Только сейчас бы не свалиться никуда по каньону. Смотри, какие тут пространства. С ума сойти. Жестко. 15 хп. Да. А, вон там вот я вижу, можно, ага, пробраться. А смогу ли я туда забраться-то вообще? Это вопрос, конечно, меня тревожит. Слушай, походу не смогу. Слушай, бляха, не смогу, походу. Вот это вот гора, туда что ли? А ты плаваешь вообще, коняка? Плаваешь, не плаваешь? Смотри-ка, ускоряется. Чё, плавает, не плавает она? Ну да ты здесь мелководье на самом деле. Так-то в принципе. И чё? А-а-а, это мне реально вот так вот лезть? А-а-а, погоди, у меня хлыст! Мне хлыст дали. А, так это тоже оружие. Ой, тоже индеец, ты что-то, говорит, безоружным иди, а хлыст дали. Чё к чему? Вот это логика, конечно, шикарнейшая просто. Ладно. Ну хлыст-то все равно тоже тема. В любом случае.
Без хлыста вообще Unreal это все делать. Сохранялок-то, кстати, не было. Давайте-ка мы, ребята, здесь сохранимся. Здесь лучше сохраниться в любом случае, по-другому... Ну, что ты? Давай, давай. Ага. Ой, кряхтит, пердит, а. Ну, хотя нет, ладно. Чё-то тоже... Такая тяжелая нагрузка по скале ползти. Я бы на вас посмотрел. Если бы вы по скале ползли вот так вот просто. Тоже бы закряхтели. Давай, 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 нормально. 15 хп. Это что такое, блядь? Охуеть, я испугался. Вот это неждан. Понимаю. Блядская змея. А если бы я не сохранился? Где бы я отрезался? Я даже думать об этом не хочу, если честно. Я не хочу даже об этом думать. Тваринская змея. Вот это испытание, конечно, для меня. Я, говорит, достану тебе перо, бесполезное перо. Но доказывать я ничего тебе не хочу. И где змея? Ой, скажи, что она рандомно спавнится. Угу. А вот она гнилая. Опа, все. Пошла в пизду, змеюка. Вот кемперили ее. Блядь, такая стрёмная. Я просто змей боюсь, реально. Но они по факту опасные. Пауки, вот допустим, я пауков вообще не боюсь, потому что я знаю, что в России пауки безобидные все, и они не ядовитые. И как бы мне на пауков вообще насрать. Они как, блин, зверьки ручные, вообще тебе ноль дэмэджа нанесут. А змеи хуй-то там. Змей до хера. И в Тюмени там ужи, не ужи, гадюки, а гадюки-то ведь ядовитые. И от гадюк-то можно и откиснуть ведь, да? Уже безобидные, но уже кусаются. Ну, кстати, эти камни изи чекаются. Чего? Кто меня сейчас убил? Орел? В натуре? А чё столько опасностей? Погоди, ты говоришь, достань перо орла? Но сейчас мне показывают, что орел это противник. И говорит, чтобы не причинить вред невинным животным. Точнее, священные птицы. Но! На нахуй. Но! Сейчас мне дают убить этого орла, да? Потому что, типа, он меня не дэмэдж наносит. Серьезно? Нелогично. Надо разбираться. Давай, залезай, залезай, залезай. Давай, знаешь, как сделаем? Вот сюда вот поднимемся. И F5 нажмем. Все. А надо было попозже, можно было тоже на F5 нажать, потому что там, там как раз такая будет. Да, вот здесь давай F5 нажмем, чтобы просто идти. Во-во-во-во-во-во. Вот здесь тема. Блять, ну давай, орел. И чё, где? Непонятно. Ок. Ну? Сука ты! А как? Нифига она быстрая. Я пока замахиваюсь. Блять, не получается. Ой-ой-ой, сейчас свалится. Погоди, а могу я как-то ее задоджить? Блять, не могу. Не могу. А как доджить? Не понял. Или он хороший? Может пригнуться просто? Блядь, что ты? Что ты? Как ты? F9. Долго лечу просто. Погоди. Ctrl. Реально присесть, может быть? Увернуться типа от нее. Ой-ой-ой. Давай увернемся просто. Давай, 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 давай. Иди сюда, суть. Тваря. Бля, она бы меня не сносила, да, если бы у меня много было хп? То есть из-за того, что реально у меня сейчас много хп, она меня сносит. Я понял. Да ёлки зеленые! Не успел. Погоди, надо в тайминг попасть. Слушай, это сложно. Офигеть. Я зацепился! Я же зацепился.
И нажал F9. Вот что за дурак, а? А я не увидел, у меня как будто анимация была, что я это... Опа! Хорошо. Пошла в пизду. Все. О! Не могу. Да, не, нанес. Не пизди, дэмэш ты нанес. Не ври. Так, это F5, смотри-ка, это F5. Не, ну опасненько, смотри-ка. Реально скилл какой-то тут проявляется. Закалка характера, вся хуйня. Нормально. Давай, залезай, господи. Не, ну вот на каждое действие ты, конечно, кряхтишь. Это жесть. И чё, куды? Не достает. А, сюда еще можно, хорошо. Ну, кряхтит и кряхтит. Так. Подъемчик. Куда, туда или сюда? Сюда, наверное. Опа! Или что, походу... А, не-не-не, нормально, да. Вот сюда. Не, текстуры, конечно, вообще пушка. Текстуры здесь, конечно, пушечные. Опа, тихо. Блять, я не смогу. Еще нормально? Уй, якс. Опа. Сюда, что ли? А, нет, смотри, сюда. Так, там, смотри, там опять орел. F5 нажимаю. F5 нажимаю, потому что там опять... Блять. Так мне надо там сидеть просто и все. Вот, смотри. Опа. Все. Не атакуй меня. Не надо. Хотя он красным горит. Его можно убить при желании, скорее всего. Скорее всего, можно. Опять пиздула. Да пошла ты нахер, бля. Так, хилка. Хилка. И я считаю, что это тоже F5, потому что хилочка. Вот сейчас интересно, ваншотнет орел или не ваншот? А как? А куды? Куда идти? Ну не сюда же. А куда же? Наверх, походу, куда-то. Ой-ой-ой, тихо. Наверх, походу, да, вот сюда. Угу. Давай. Ой-ой-ой. А, нет, все правильно. Так. Опа. А, ну я же сюда спрыгивал, да? Или нет? Я был же уже здесь. Здесь как бы тупичок такой. А, нет. А, да. А, нет. А, да. Все окей. Чё да, чё нет? Дурак, блядь. Да, конечно, нет, конечно. О. Чё, пещерка? Давай-ка. Чё тут у нас? Опять змеюха ебучая. Нет. Змеюки нет. Давай, F5. На всякий пожарный. А то одна ошибка, и я ошибся. Опа. Тут еще какие-то пещеры в горе. Кто это рыл, кто копал? Каким они образом появились? Воды нет, это каньоны сухие. Как здесь формируются пещеры? Очень интересно. Есть вообще инфа по этому поводу, нет? Сейчас опять сгорит, блядь, дурачок. Не может воды принести, потушить. За костром не следит. А, не, нормально, смотри-ка. Окей, ладно. 20-ку снимает в итоге. Снимает, короче, 20-ку. Даже 19 он не снял. Ну окей, понятно тогда. Тогда понятно. То есть два раза еще он меня может дамажнуть. Вот видишь, а я уже здесь не пересохраняюсь, потому что, видишь, хп типа много. Поэтому зря таким вот образом время не трачу. Но зато потерял хп. То есть и плюс, и минус. Одновременно. Так. Такая гора удобная, все для людей. Там забирайся, не хочу. О, тут, кстати, горизонт поверх дыма. Понимаю. Мираж, не иначе. Так, давай побыри-ка залази. Опа. Я бы сейчас орнул, если бы дамажнулся. Тихо. Бляха-муха. О! А как я ее задоджил? Упал, типа? Походу, да. Ой, блядь.
И чё, как мне? Погоди, погоди. Пустись. Ну погремит, гремит, гремит, бледуха. Ну сдохни! А ты чё, ебанутая? Ладно. Какое-то супер доджище тычки змея. Я причем по ней попадал, я по красному прям бил. Ну почему-то вот. Так, F5. Зря, кстати, сохранился, скорее всего, потому что сейчас сокол этот ебуный полетит. Ну мне одно перышко, совсем чуть-чуть. Че, сейчас пизды мне будешь... Ах ты гнида, ебать. Сейчас перышки залутаю. Все? Так. Все так все. Ой-ой-ой. Здесь у нас спуск. Окис. Опа. Вот ты хилочка. 53. Нормально, смотри-ка. Нормально. Ну, ёшки-матрёшки. Ну ладно, автосейв, автосейв. То есть мы сейчас ждем, нажимаем space и загружаем, скорее всего, автосейв. Да, хорошо. Взялся, подскользнулся, блядь. Чё к чему? Ну чё ты меня атакуешь? Все, я ухожу, отстань. Орёл, блин. Откуда там хилка, кстати? Это тоже вопрос на засыпку. Ну все, давай, слезай. Тихо. Тихо. Ну спускаться нам супер легче, чем подниматься, это уж точно. Ультра-мега легче. Воду вон просто... А, хотя, ну да, там сейчас маленький бережок и все, и это ГГВП. Тоже, ага, придумал Юра, блядь. Красавчик. На верную смерть. Сука, такая, блядь, кекисная тень. Бля, ну да. Ноль физики. Понимаю. Так. Опа, тихо, тихо. Йоху! Стопы. Сейчас помягче спустимся. Опа. Ага, поплывем? Ой-ой-ой. Аккуратненько. Че, поплывем реально? А, тут мелководье. А там будет моя лошадь? Будет. Хорошо, лошадка. Давай. Иди-ка сюда. Давай-ка отнесем перышки. В спокойной воде, блядь. Все, давай-ка, короче, галопом по Европам. Сразу же так вот тык-дык-тык-дык по бырику. Добежим. Сейчас опять скажет, я поджег все. Вообще, на секунду даже его. Как он вообще жил до меня? Как он до меня жил? Что-то, кстати, поддергивается чуть-чуть. А что ты подергиваешься? А ты не подергивайся. Бывает он, кстати, то ли что-то прогружается, то ли что. И так немножко поддергивается. Сейчас скажет опять. Ой. Ой-ой-ой. Вышел огонь из-под контроля. Да, реально, видишь, подгружается и, короче, поддергивается чуть-чуть. Как в Fallout'е прям. Вот прям как в Fallout'е, реально. Ну, в Нью-Вегас, когда я играл, я стримил. Такая же херня была абсолютно. Опа. Уроды. Это кто? Стоп. Нет. Нет. Ну вы чё? Ох, блядь. Привет, парень. Ох ты, сука! Нихуя себе. Ладно. 10-й эпизод. Тьма. Вокруг меня только тьма. Ну он совсем с ума сошел, дедок старый. Мой путеводный свет. На вере. Он покинул меня. А был ли он? Он, его не было. Я иду по следу похитителей. Мне ничего больше не осталось. А можно меньше пауз? Они сплавляются по реке на Спасибо. Плоту и редко делают привал. Но через несколько миль река войдет в каньон и вспенится. От этого места начинается тропа контрабандистов, ведущая в Мексику. Им придется причалить. И когда они пристанут к берегу, я должен когда быть там. Это единственный шанс спасти берегу. Девушку. Все, блин. Какой-то медлительный. С ума сойти. Ладно, ребят, я думаю, что мы на этом закончим, а вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте данное видео. Мы с вами встретимся в следующем прохождении Call of Juarez, в других играх и на стримах. Всем ба-бе!